Депутаты Одинцовского городского округа от партии «Единая Россия» Максим Ганин и Оксана Романовская проверили ход строительства образовательных учреждений на территории нового микрорайона «Одинцово-1». Здесь идет возведение муниципальной средней общеобразовательной школы на 1160 мест и детского сада на 350 мест. Партийцы рассказали, что все работы будут завершены в первом-втором кварталах 2021 года. А это значит, что в следующем учебном году дети пойдут уже в новые учебные заведения по месту жительства. Инспекцию провели по обращению родителей, дети которых обучаются в средних школах номер 1 и номер 3, сообщила Оксана Романовская.